Здесь очень много людей в масках уже, и я считаю это правильно. Особый период никто не отменял, поэтому призываю всех соблюдать общественную безопасность и здоровье, позаботиться о ней. Идемте на выставку. Итак, добро пожаловать. Хорошо, успехов вам. Дмитрий, у нас этот год юбилейный. Идемте, да, скоренько. А вы из Сахлинского района, нет? Тогда в эту сторону. А то бы на стороне Сахлинского района. На Ставропольском районе давайте. Хлеб-соль как символ нового урожайного года. Спасибо большое. Урожай этого? Да, урожай, конечно. А зима и пшеница? Да. Попробуем.